Кому нельзя есть клубнику? Несмотря на всю пользу, есть люди, которым категорически нельзя есть клубнику. Люди, страдающие диабетом, раздражение кишечника, колит, употребление клубники может значительно ухудшить ваше состояние. Если у вас есть диарея или боли в желудке, из-за содержания органических кислот не рекомендуется есть клубнику. Пациенты с почечным литиазом, камни в почках или почечная недостаточность, в клубнике содержится оксалат натрия, и именно из этого вещества состоят камни в почках. Аллергия, солица и латте, которые присутствуют в клубнике, могут вызвать крапивницу. Даже если вы очень любите сладкие ягоды клубники, врачи не советуют их употреблять, чтобы не усугубить свое состояние и самочувствие.